Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Tesla Model S. Замена заднего крыла. Этот автомобиль был в ремонте у меня год назад. Заднее крыло тоже делал. Теперь повреждения меньше, но страховка потребовала заменить крыло. За год эксплуатации авто шов соединения просел довольно сильно. Так что таким способом, как сделал это я, лучше не ремонтировать. Итак, начинаем ремонт. Разбираю. Левый задний угол разобран. Удаляю крыло. Итак, крыло удалено. Имею для замены новое крыло. Устанавливаю и проверяю. Зазоры в порядке. Крыло снял. На места крепления наношу кузовной клей. Потом устанавливаю крыло, приклепываю и свариваю. We'll be right back.
Последние удары молотком по заклепкам и крыло установлено. Отдаю машину на покраску. Через несколько дней машина вернулась с покрасочного цеха. Сборка заняла один день. Итак, ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 7 рабочих дней. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!